Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проект игру под названием Аладдин. Сбежав от стражников, Аладдин присел, чтобы отдохнуть. Вдруг перед ним появился странный мужчина. Я знаю одну пещеру, парень. Пещеру чудес. В ней столько золота и драгоценных камней, что все твои мечты могут стать реальностью. Чтобы войти туда, ты должен найти две половинки волшебного скоробея. Одна из них потеряна в песках. Пустыня. Эта локация прикольна тем, что именно уже отсюда, можно сказать, у нас есть пасхалки, ребята. И есть одна пасхалка, которую никто не находил почему-то. Я не знаю, в интернете они вообще ничего. Если вам интересно, я как раз вам ее покажу. Наверное, самая такая... Это вот эта вот пасхалка с ушками. Ну, чтобы она активировалась, нужно ровно встать. Нужно ровно встать. Найти ушки, но я почему-то не понимаю, почему не работает. А, вот, видите? И мы за это получаем контишку. А в чем прикол? А пасхалка, которую никто не мог найти. Я некоторым челикам, которые ищут пасхалки, отправлял ее, типа говорю, так-то. Потому что играл один какого-то года, ребят. Теперь знает какого. Так ведь. Ну, если по факту. Вот, пасхалка будет связана с вот таким одним из камней. Нет, стоп. Знак стоп. В пустыне. Давай, 99 максимально. Да, яблоки, походу, пропадали, да? Надо было, чтобы тот меня тоже видел. Ау. В принципе, мы скоро дойдем до этой пасхалки, о которой я говорил. Тут не так уж далеко. Но она ближе к концу будет. Во, видите, вот. За вот этого договорил. Типа здесь обычно, а здесь у нас Гуфи. Потом думаю, с чем-то связано. Экран белый становится.
Вау! Каев, когда хочешь войти в туалет. Ну и здесь тоже можно Гуфи видеть. Level complete. Поехали. А яблоки мне нужны? И пускай будет заставлено. Не, я хочу последнее, что другое взять. А, так 9 контишек-то максимально? Ну что же... Босяк. Вторая половина скоробе находится у одного из лучших воров Аграба. Так, ребят, а следующее мы продолжим потом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.